Всем привет! Продолжаем игру The Coma 2. Я Саша Пол, и это мой канал, название которого я концептуализирую. Но, возможно, на момент, когда ты будешь смотреть, ты уже будешь знать. Я даже еще не знаю. Название. А ты уже знаешь. Чудеса. Как выяснилось, Саша Пол очень много на сайте таких однофамильцев и на одноименцев, поэтому оставлять канал с этим названием, пока оно такое, но оно будет другим, да, однозначно. У меня много разных мыслей, идей, но пока что это, как говорится, пока неизвестно, короче. Неизвестно, на какой мы остановимся версии. Мы, это я, то есть мы, я и мой невидимый друзья. Пока, Саша, Пол, все. Так, продолжаем. Не знаю, я проверяла, вроде звуки нормально. Нам нужно обойти. Вчера я проходила предыдущую часть. Не так, как в прошлый раз неделя прошла, поэтому, в принципе, я достаточно много чего помню. Как, почему. И нам нужно найти... Так, Сон Сын, 3.35, загружаем. Недостающую... нам нужно найти офицерский значок, чтобы обменять его, дать ему тому парню этот значок офицерский. Он какой-то призрак или что-то непонятно. И он нам даст оставшуюся часть от... Сейчас определим это все дело. Оставшуюся часть для электрошокера. Достающую деталь к электрошокеру. И мы будем уже не только с газовым баллоном ходить, но и с электрошокером и пугать всех. Хотя в прошлой части ни разу эта злая тетка на нас не напала. Хотя было очень страшно. Не знаю, потому что, может быть, я неделю не заходила в эту игру, и вообще страшные игры. Я не знаю. Вот очень темно, надо ли свет, я не знаю, я пока не буду, чтобы всем темненько было, чтобы не контрастировала игра, она сама по себе в темных красочках, оттеночках, чтобы я как белым пятном не маячила на экране, не слепила глаз вам, левый, правый, а я внизу себя расположила, пока загружается, быстренько гляну. Ой, уже загрузилась, я не успела. Да, я себя внизу за этого. Все отлично. Так. Ух, чая чувака гуга. Только что было солнце, палило в предыдущую игру записывала Тимберлейк Парк номер 11. Прям солнце палило в глаз, во все. Загорала, сидела, хотя февраль. И вот уже час прошел, внезапность. Мы сохранились, то есть все, я все помню, мэп. Мы находимся в комнате охраны. Мне кажется, громко. Потише сделаем, всякий случай. Мы находимся в комнате охраны, и нам нужно еще раз обойти вот эти вот... и наверх мы пойдем. Наверх нельзя, то только вниз, или что? Наверное, наверх-то можно? Можно, конечно. Раз вниз можно, значит, наверх можно. Короче, в кафетерий хранить. Короче, мы бежим по всем местам. У нас много чего есть. Жаль, что нельзя запасать, типа, вот вода. И, типа, их 2 воды, 3 воды, 4 воды. Нет, все по одной. Это просто цифры. Первый лот, это там вода. Второе место, это третье. Ладно, мы помчали. Она не цокает. Цокает. Кстати, а мы ее видим здесь-то? Ну, я не вижу. Кого? Кажется, они нам когда понадобятся. Так, она отцокивает куда-то в другое место. Я думаю... Ну, нам налево, как бы. Все помчали. Я немножко боюсь, но не сильно. Ой-ой-ой. Так, ясно. Ать! Не успела. Все, нас убили. Она очень шустрая. Я что-то не успела нажать. Я вообще ничего не успела нажать. Я не смотрела на экран, что нажимать. Ну ладно. То есть я прогадала. То есть один раз она идет туда.
Подожди, нет. Она два раза процокала, пока мы стояли в комнате, когда я загрузилась. То есть один раз она пошла, значит, направо. А меня видно, да? Точно. Направо, а второй раз она пошла налево к справочному столу. Считаем. Значит, пожалуй, три раза, либо один и помчимся. То есть она сейчас у справочного бюро, значит. Но если это не случайным образом делается. Но если все повторится, сейчас проверим теорию. Не цокай, знаешь. Или подождать, или не ждать. Ладно, значит, один раз подождем. Один раз она процокает. Проверим теорию, так ли оно. Повторяется ли все в точности. Один раз она цокает, значит, направо. Она вообще не хочет цокать. Она ждет, пока пересрусь. Ладно. Окей. Мне нужен фонарь. Я уже идти. Где она цокнула? Сейчас мы посмотрим, откуда она идет. Не успела собака. Я здесь... А, я здесь вообще в безопасности. То есть нет. Она была там. То есть она два раза цокнула. Она и без света, и со светом нас видит. Это мы уже определились. Мне нужен свет, чтобы обнаружить где-то офицерский значок. Я думаю, в справочном бюро он может тоже быть. Он может быть хоть где. Валяется в туалете, кто-нибудь обронил, еще где-нибудь что-нибудь. Поэтому нам свет пока нужен, пока мы ищем. Не просто бегаем в конкретную комнату. Интересно, она возле двери стоит, или она пошла направо, или она обратно пошла к справочному бюро. Давай быренько посмотрим. Снега. И что, бежим? Ее здесь нет. Давай. Это что? К двери пришла записка. Господин Ян, сколько раз меня просили вообще не трубу уборную на первом этаже. Вы ведь раньше были с них, разве нет? Другой директор ключом инженера. Здесь работает вот как нас. Не смывайте глаз. Погодите, пусть. Ладно. Здесь у нас, по-моему, ничего больше нет. А, еще уборная и вестибюль. Что значит вестибюль? И там записная штука. Нужна нам в уборную. Давай, сходим. Уборную. Ключа нет, или что? Или есть? А, у нас появился ключ. Здесь пердун, да? Это что, семьи, куда семечки? Здесь не были. Вот и хорошо. Инструменты. Но она ничего не находит. Дыра. Не гигантская дыра. Работы здесь провалились внушительные. Думаю, смогу спуститься. Ага, куда? Так. У нас какая-то новая локацион. Это мой любимый джей. В игре. Что-то дымок. Так, ладно, давай спустимся, что посмотрим. Наверх, в бок, мимо. Блин, я это бочиной так себе. Стрелочки вверх, вниз. Вправо, влево, вверх. Вправо, влево, да? Если она там не сидит, меня не ждет. Где мы? О, мы в камере, ой-ой-ой. В камерах, в принципе, тоже может быть... Я не засекла время, но... В камерах тоже может быть значок офицерский. Вдруг его там замочили, или кто-то его там запер, и он там сидит с своим значком. Кто-то... Вот, блестит какой-то трупец. Вот. Они не очень красивые, я бы сказала, у них челюсти висят. Мы в какой-то штуке. А, подожди, камеры вообще отдельно. Камеры вообще отдельно расположены. Тут, кстати, можно без мышечки, да, в принципе, так. Без мышечки можно, которой у меня, собственно, и нет. Поломались, а две другие не подходят, что-то, или одна нет. Три у меня мышки дома, и все не того. Одна от компьютера с входом круглым, переходника нет. Другая проводная у меня... Почему перестал контачный уже перепаивать паяльника, у меня нет ничего, и не умеете не делать никогда. И третья, блютусная, там или батарейки, у меня, которые дома были, не подходят, либо сам блютусик поломался, не знаю.
флешечка блютусная. Хорошо. И куда мы поднимемся? Я не поняла. Что, дверь-то куда это ведет? Может, вниз в генераторную? Вообще, нам надо в парковку и валить. Там на рынок что-то. Но нам нужно сначала электрошокер. Хотя, какая разница? Электрошокер когда? Давай посмотрим, что нам чувак даст. Что такое дверь? Если он не кусается. Хорошо, что такие трупаки не кусаются. Тело. Что он здесь делает? Похоже, он прорылся под стеной. Прорвутся. Блин, опять. Вот туда уже он сбежал из тюрьмы, ясно. Она здесь не цокает. Но если она по камерам будет цокать, так все. Куда ведет эта дверь? Куда ведет? О, еще наверх. А что? А, это я спустилась. Это вниз? Чего не поняла? Так, ну понятно, это к камерам. Игра становится интереснее. Не просто найди, пойди, найди. Что-то просто туда. Короче, наверх это вот от... Я из уборной, все понято. Вниз, видимо, куда-то. Генераторную. А нам свет где-то нужен. А, точно, нам нужен свет, чтобы открыть ворота. Да-да-да-да-да-да-да. Но у нас, наверное, ничего-то нету. Давай сначала вниз сходим. А там, наверное, вот сюда переход будет. Сходим вниз. Потом поднимемся обратно и пойдем уже по камерам. Я камеры как с Silent Hill'а не очень люблю. И вообще сразу вниз, да? Угу. Тут сохранялочки нету, а где есть-то? Она просто еще не открылась, сохранялочка. Блин, мы так... Ну не то, что много прошли, я люблю каждые 5 секунд сохраняться. А если я в 5 нажму? Сработает? В пяточка. По-моему, в 5 здесь не работало. Ладно, давай вниз пойдем. Аккуратно. Аккуратненько. Так. Вижу ноги, руки. Фу, блин. Мэтт, смотрим. Да, мы в генераторной. Все верно. Я надеюсь, мы тут встретим запись. Хорошо, что здесь ее нету. Значит, пришлось бы все время бегать от нее. Все время быстро что-то делать. Здесь она ничего не наблюдает. То есть чинить здесь нечего, да? Кроме либо этой части. Сейчас мы этого пробегаем. Здесь прячемся. От сохранялочка. Это замечательно. На каждом этаже еще и не по одной, наверное, вроде как, насколько я помню, сон-сын. Давайте поверх. Или вот сюда. Давайте сюда. Как бы одна у нас будет постарее, другая поновее. Уж совсем уж не будем. В игре я не 4 часа, это точно. У меня часто игры стоят на паузе. Не на паузе, просто висят. Я там прошла и думаю, еще подряд запишу. Но не записываю, записываю, потом выхожу, сохраняюсь еще раз на всякий случай. И в итоге у меня... 500 часов, ой, 500 часов получается хранилище улик. Там может быть тоже значок, почему нет? По 500 часов игры получается, хотя это, конечно, не так. В принципе, игра не сложная, не сложная. Так, что-то блестит, какая-то тряпка. Никого нет. Вот значок, да, наверное? Да, есть офицерский значок. Это что? Это то, что ищет офицер? Да. Думаю, да. В принципе, можно к нему пойти. И у нас уже будет тогда... Да, я видела записку. А это куда выход? На этаж, парковку. Хорошо. Хорошо. Это хорошо. Мы можем пойти сейчас тем же путем. Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И вот здесь у нас сидит он нам, да, и у нас уже будет шокер. Не только баллончик, но и шокер. А потом уже пойдем в камеры, да? Потом уже когда-нибудь в подземной парковке, потому что там уже бежать надо будет. Но нам нужно попробовать. Вдруг нам здесь не откроется, и что-то нужно будет, нам нужно знать. Здесь заперта с другой стороны. Мне нужно найти другой путь парковки. Все понятно, хорошо. Вот именно для этого мы и проверили здесь. А здесь, по-моему, не пишут, а закрыто или открыто. Вот это тоже, по-моему, вход закрыт. Выход. Да, нас запер пацан этот очкастый. Толстый из школы. И вот, собственно... Запер он нас. И нам только с парковки. С парковки, да, мы вот здесь спустимся. Это, конечно, или отсюда. А, так это и есть отсюда. Угу.
Мы пойдем, значит, все наверх. Сейчас пролезем сюда, полезем сюда. В кавер пока я не пойду. Страшно очень сильно. И вот сюда бегом-бегом. Она здесь ходит, да. Она ходит, по-моему, на всех этажах. Посмотрим сейчас. На карте не показывает, что закрыто. Но я постараюсь запомнить еще. А, записку. Чуть не забыл. Так, вы получили выровненную страницу. Считать, где N, да, или что? Так, это они. Да, уборка, ложь во благо, вызов. А какую я поймала-то? Блин, я их читала вообще? Она попросила назвать ее Нуна. Я не знаю, почему она настаивала. Давайте-ка с первого начнем. Во-первых, я давно не читала записки. Во-вторых, я их читала, когда находила, и находила их явно не в порядке. 1, 2, 3, 4. Вообще у меня много пропущенных. Да, и в школе вообще одну или две нашла всего. Давайте с первого почитаем еще раз, чтобы помнить. Быстренько я прям пробегусь. Если забыли, я тем более. Первое. Уборка, тельсёха. Гиль. Мое странное путешествие началось самым обыденным образом. Как обычно, Мьёнгиль доставал нас с Тэхуном. Нас реально задолбало прислуживать ему и его придуркам в качестве поставщиков еды. Когда ситуация стала накаляться, это привлекло внимание нашего учителя, бешеного пса. Я думал, что он встанет на нашу сторону, но старый пердун оставил нас убирать кладовую. Мы занялись этим после школы. Помещение выглядело так, будто его не посещали уже полвека. Пока Гихун занимался уборкой с усердием пчелы, я решила смотреть несколько коробок. Давно я, кстати, не скачивал никакие инди-хорроры, хорроры, короткие хорроры, односерийные хорроры, что-нибудь там в поисках игр. Надо будет посмотреть тоже. Коротенько что-нибудь такое. Типа зашел, ушел, посмотрел, что, ничего не понял, вышел. Такие вот игры. У меня они есть в описании под видео, плейлисты, можете посмотреть. Очень смешные некоторые, есть тупые, есть странные, есть интересные, то есть какие-то демо-версии, все это там очень... Можно подождать даже и потом попроходить. Третье. Ложь во благо Гиль Сёха. Вот это я помню, но не помню, о чем она. Помню название. Отец всегда доставал меня. Мои оценки в этом семестре только способствовали этому. Когда я пришел домой с блокфлейтой, он спросил меня, где ее взял. Чтобы он отстал, я ответил, что записываюсь на уроки музыки. Можете ли вы поверить, что он на самом деле улыбнулся? Честно говоря, я никогда не видел старика таким счастливым. Он даже предлагал оплатить послешкольные занятия. Какой дурак откажется, понимаете, да? Я принял его предложение, но деньги просиживал в компьютерных клубах. Если бы ему вздумалось проверить меня, то я мог бы сыграть несколько старых мотивов, которые выучил в начальной школе. Хитрец. Хитрец какой. 6. Вызов принят. Гильсоха. Можете в это верить, я на самом деле начал заниматься музыкой. Через несколько месяцев я стал довольно опытным в игре на блокфлейте. Я тренировался дома, и это ускорило мой процесс. Госпожа Но сказала, что никогда не видел такого быстрого продвижения музыки. Кто бы мог подумать, что у меня действительно талант. Мы работали над самыми простыми композициями, плавно переходили к самым сложным произведениям. Был один кусочек, который я никак не мог освоить. Госпожа Но предложила сделать его моим вызовом, и я с радостью согласился. Challenge. Начал задерживаться в школе, чтобы продолжать практиковаться. Иногда даже уходил последним, но приближался к своей цели. Целеустремленность, да, иногда нужна. Темная волшебница Гильсёха. Она попросила назвать ее Нуна. Я не знаю, почему она настаивала на том, чтобы ее назвали старшей сестрой. Выглядела она как моя ровесница, если не младше. Взяла меня за руку и повела темным коридором школы. Все выглядело так знакомо и по-другому одновременно. Трудно было поверить, что эта красотка хотела провести время со мной. Я был настолько захвачен моментом, что почти забыл, насколько странной была вся ситуация. Ей был очень интересен мой мир, и мы разговаривали, казалось, часами. Она определенно казалась застрявшей в прошлом. В какой-то момент она спросила, хочу ли я увидеть что-нибудь необычное, мог ли отказаться. Она вышла на середину комнаты и начала парить над полом. Шикарно. Все, у нас больше нет, у нас всего 4. Ну, 4 больше, чем одна. Это очень хорошо. Мне нужна пауза, чтобы взять свой вкусный напиток. Пауза. Продолжаем.
Так. Где у нас тут? Болтаются руки в холод, нет? А, нет, нет. Так, мы сейчас сохранимся еще раз. Аккуратненько. В том же месте. И пойдем наверх. К тому чуваку. Нам нужно два раза наверх сходить. Хоть этот руками. А свет включим. По-моему, он так не видит. А, нет, ему пофиг, у него просто конвульсии. Я подожду, мне не жалко. Так, мы все посмотрели, все. Все взяли. Давай свет включим, в принципе. Они нас видят в любом случае. Что-то там еще в любом случае. Вот здесь мы наверх поднимемся. Там выйдем мы из туалета. Если никого нет. Только выхода. И здесь мы просто щимим. А что, блин, свет, не свет. Нас не видят, видят. Все нас видят. Нам свет не нужен, но и все нашли. Мы здесь, да, мы здесь щимим просто. А, в самую последнюю. В самую последнюю. Окей, это долго бежать. Она не ходит. И мы, возможно, с ней встретимся, но мы сохранились, поэтому. Сюда. Или сюда. Пофиг, давай сохранимся, зайдем. Я люблю почаще это дело, поэтому сохранимся и пойдем уже спокойно дальше. Если что, перезагрузимся. Зимся-ся-ся. Залипание клавиш нам не надо. Хотите включить? Нет, не хочу. Залипание шифта. Ну. Да ё-моё! Она не из это. Не звучала, я реально тебе говорю. Она не звучала. Или я не слышала каблуков. Чё она стояла вот с двери-то, Карлин? Интересно. У меня теперь нету этого баллона. Я принесла тебе значок, чувак. Картридж все еще у вас? Да, запасной всегда со мной. Ты нашла мой мастерский значок? Вот, посмотрите. Да, это он. Я тень своего слова. Держи. Тень. Вы получили сменный картридж. Только помни, что это не игрушка. Обращайся с осторожностью. Хорошо. Сейчас мы все сделаем. Да, у меня все, чтобы собрать оружие для самообороны. Батарейка, картридж и сам вот этот электрический. И что еще? И ручка, рукояточка. У меня уже время, приступим. Какое время? Что не нужно? Пробуем, ставим аккумулятор в рукоятку. Блин, вниз. Ну, ё-моё. А, шокер соскочил. Нужно пробовать еще раз. Да попробуем, попробуем. Без проблем. Да-да-да. Так. Сюда. Наверх. Теперь снимем картридж к рукоятке. Не сразу показывает, какую стрелку нажимать, почти в конце. Я пока соображаю, до мозга доходит эта информация. Там уже она проходит мимо. Шокер. Так, вы собрали шокер, лампочка жилась, кажется, он работает. Никогда не пользовалась шокером раньше, но он может не пригодиться. Еще бы. Все, поломали стол этот. Он исчез. А, я говорю, призрак. Так, она там цокает. Мы сохранились где-то вот рядом. А, ну вот рядышком. И нам нужно куда? В камеру идти, да? Давай попробуем спуститься здесь, потому что я не помню, завален ли здесь выход. По-моему, он завален. Где-то он завален, и очень жаль, что не показывает где. Или сохраниться нам с соседом. К соседам пойти, да? Давайте сохранимся к соседям. Сходим. И потом... А, это на улице ходит, думаю, в игре. И потом уже пойдем вниз. Единственное, нечестно, что она прям возле двери стоит. Где шокер? Давайте глянем шокер. Где наша сумка? Сумка это Ай. Так,
Так, батоны. Шокер. Давайте вот им стим. Ой, поближе. Это нам поможет. Сюда. О. Сэри, давай-ка смотри, что там. Так, собрали. Найти лекарства на рынке, добраться по... Все, нам в парковку дойти. В принципе, в тюрьму можно не валить. Не заходить в тюрьмы. Потому что у нас запасы, припасы есть. Мест все равно нету для них. Только единственное, газовый баллон мы потратили. И он есть наверху, я помню где. Он вот здесь. Вот по уголовным делам. Здесь можно наверх сюда. Взять его. И там же сохранить. Давай возьмем так, сделаем. Аккуратненько наверх. Но там не цокает, ничего. Вот здесь мы сохранимся. И возьмем этот самый газовый баллон. Сохранимся. Так, сохранимся на той же вот этой. И пойдем вниз на парковочку. Посмотрим, с какой стороны, во-первых, можно зайти на нее. Справа, слева или откуда. Если что, мы там останемся. Хотя там нет сохранения близко. Видишь, да? Да, там, ну, либо, не знаю, тут что-то заперто. То есть вниз. Если возможно пойти здесь вниз, то пойдем здесь вниз. Но мне кажется, что-то с камерой будет связано, но нам придется через отсюда идти по камерам и уже куда-то вниз или что-то. Ну, рядом с парковкой все не так просто. Ну, мы попробуем сейчас вниз. До самого низа. Если нет, то ладно. Давайте выключим свет. Полазим без света. Нам сейчас вниз. Да, здесь ничего нет. Здесь нет вниза. Значит, нам нужно бежать в уборную вот сюда. И уже вниз. И в камеру, да, мы в камеру посмотрим. Потому что больше вниз нет лестницы. Здесь только наверх, здесь вниз. А вот здесь куда вниз? По-моему, тут тоже завалено, да? Давай добежим, посмотрим, если здесь завалено, то в уборной вниз там дыра. Или здесь дыра. А, нет, в уборной дыра. Вот здесь может быть вниз. Здесь рабочая внизу. Цокать нет. Никаких залипаний. Нет. Вот здесь. А, здесь закрыто. Точно. Все, вспомнила. Вот сюда мы все идем. Спокойно. И тра-ля-ля. Так. Кто здесь не ожил? Вот здесь что за дверь куда? Или никуда? Мы проверяли, куда дверь? Не помню, что. А, вот заперто, все. Ну все, поперли туда, потому что внизу. А где сохранялочка у нас внизу есть? А, все, пойдем, генератор сохранимся. Блин, вода, она цокает. Генератор, пойдем сохранимся. Ой, блин, забыла, что он тут рядом. Так, опять вниз. Быстренько сохраняемся. Успел. И быстренько поднимаемся. И быстренько идем сюда. Там уже тюрьмы. Страшно. Боюсь, как бы. Можно я чуть-чуть вот отопью своего напитчика? Так. И мне нужно
пауза перед таким ответственным моментом. Не могу сказать, что пауза уж сильно мне помогла набраться смелости и храбрости, да? Храбрости и смелости. Но как бы ладно. Мы все равно пойдем. Потому что пора. Пора, товарищи, пора. Похоже на тюремную камеру. Возможно, тот мертвый человек пришел отсюда. Возможно, чувиха, я вообще в шоке, что ты сюда пошла. А других путей нет, да? Да, там не закрыто. Что за вниз? А, ясно. Записка я вижу. Чё? Такое эхо. Ой-ой-ой. Давайте возьмем записку и свалим. А, это памятка. Здоровяк сказал, что все, что мне нужно сделать, это подговорить других и привести их сюда. Сказал, чтобы я попросил разместить меня в камере А, он позаботится обо всем остальном. Сюда должна прийти какая-то леди и вытащить меня. И это я, что ли? Либо та, сон, сын. Я все устроил, сделал свое дело и выйду на свободу с чемоданом полным денег. Что мне терять? Заключенный сон? Так это сон сына? Сын сон сона? Прятаться здесь? Ну вы, блин, меня пугаете. Зачем вот оставить прятательные места там? Давайте выключим пока. Да? Там, где прятаться не нужно. Вот во всех комнатах она туда не заходит. И везде прятательные места. Зачем мне так пугать? Фух. Дверь открыта, так я смогу попасть в правое крыло подвала. Да я поняла уже, и мы тут как бы не совсем уж того. Ой, я не то хотела нажать. Я нажала на М. Камера А. Я в камере А уже. Что-то никак не похоже на камеру А. Здесь пропустили одно здание, вот эту вот комнату, в которой я нахожусь. Что-то вот, блин, как-то мне, что-то не знаю, пойти туда, что ли? Ну, погромче сделаем, чтобы вам тоже страшно. Вам страшно? Или нет? Мне страшно. У меня есть газобаллон, но я его не вижу. Он не отображается. Я надеюсь, когда будет схватка, мне дадут возможность им воспользоваться. Типа стрелочка там вправо-лево, мне вверх-вверх. Фу, блин, вверх-вниз, что-нибудь. Да. Это мне не нравится. Что за ключ? Давайте обратно пойдем. Ясно. Так, а где мы? Ну и там же мы. Чё, тут пердун? А вот эти сверху, у меня видят сос, помогите. И здесь никто не цокает. Может, ее нет в парку, на парковочке? Попробуем. Так. Тут кто-то сидит. Без руки. Нам нужно зажечь свет. Потому что здесь могут быть подсказки, какие-то вещи, которые никто не видит. А почему трупы не шевелятся? Это же страшно, хорошо. Стена подозрительная. Выпустите меня отсюда. Он собирается убить меня. Помогите, заключенный, но... Я помню такого. Торит ничего. У него ничего. А вот что записочка. Что-то приближается, что-то темное, что-то с когтями. Заключенный, но... Ну это та тетка, все понятно. Солнцин. Солнцом. Куда оглядываешься ты? Если она не встретится мне в одной из комнат, прямо так вот. Потому что здесь я вижу... Так, я вижу две записки. Кто-то скрючился, умер. Печаль. О. Я слышала два цока. Кля? Кля. Кля-кля. Я такое чувство, что может зайти еще. Какие-то эти знаки, что-то вот тут. Понятные. Так, ладно, смотрим записку. Они сказали, что я пробуду здесь несколько часов. Разве они должны позвонить мне, позволить мне один звонок, заключенный Хон? Да, должны. Ты не шевелишься, ты? Я здесь же целый год. Выпустите меня, выпустите, заключенный Хон. Кто эти все люди? Место. Нет, ходит на там. Прям по два, по три, по одному, по два этих каблука я слышу. Кольт. Она прямо рядом тут. Тут просто камеры близко, и как бы она раз к одной, раз к другой. Где-то меня ждет, конечно. А если просто спрячемся, может, она уйдет куда-нибудь? Как-то мимо стола она спряталась, понятно. А вот так? Да, она хоть где прячется.
А под раковиной? А в туалете? Ну, давайте пойдем. Аккуратно, нам еще одну камеру. И там какая-то запертая часть. Ясно. Ну, посмотрим, посмотрим. Если что, мы сохранились не так давно, если что. Мы аккуратненько. Блин, я не очень это... Кто стучит? Вам слышно? Кто-то лопнул. Очень большой. О, я вижу записку. Раз, записку, два. Здесь это ничего не шевелится. Три. Одна, две заметки, одна записка. Хорошо. Почитаем. Где у нас флеш? Вот, читаем, значит. С тех пор, как здоровяк дал мне те пельмени, я чувствую себя паршиво, заключенный ем. Такие эти смешно. Смешные имена? Смешно. Да, смешные имена. Ем. Ем. Что с моим животом? Я не очень хорошо чувствую. Чё еще вообще? Не очень хорошо себя чувствую. Меня сейчас вырвет заключенный. Я лучше бы я не дочитывала. Ладно. Читаем еще одну страницу. На букву Н. Ноут. Она у нас, вот она, четвертая, да? Как-то я столкнулся с Мюнгелем. Он хотел, по-моему, Мюнгель нас запер. Очкастый парень тут толстый. Он хотел отобрать мои карманные деньги, или не он? А, нет, там какой-то крутой пацан был такой, чучу в школе. А он хотел отобрать мои карманные деньги, госпожа Но, учительница музыки. А тут был Ной, тоже кто-то сидит, сидел в камере Но, это может быть ее муж, брат, сват или кто. А учитель музыки была рядом и позвал ее. Я дал ей деньги отца и сказал, что хочу брать уроки музыки после школы, чтобы практиковаться в игре на блокфлейте. Это спасло меня от Мюнгеля, но я попался на крючок из-за этих уроков музыки по вечерам. Все это бесило, проклятие. Я помню, как спрашивал себя, а блокфлейт это вообще настоящий инструмент? Все остальные учились игре на скрипке или фортепиано. Я бы точно выглядел как идиот. Ну, все музыкальные инструменты, они применимы в разных музыках, стилях, в разных оркестрах. Естественно, это инструмент. Любой инструмент – инструмент. И любая музыка на любом инструменте – музыка. Даже без инструмента. Закрыть нам нужно. Так, мы здесь все про... Читали. Может, это на превьюшечку? Ну, еще превьюшечки скучные мне. Давайте сюда возьмем. Так вот, взорванную фигню тут. И вырежем ее. Так вот, да, давай. Вот. И тогда пауза, пожалуйста. Сейчас мы... Вот так вот, пауза. Мы нажмем, чтобы все это сделать. Вам же все равно пауза, не пауза. Продолжаем. 38 минут, 39 почти. И мы что делаем? Мы побывали во всех камерах. Нам нужно проверить еще два местечки. Спустимся ли мы в парковку? Смотрим, если спускаемся, то отлично. Если нет, то что, я не знаю, где-то сохраниться нужно, где сохраниться нужно. Пока это очень далеко, то генераторный. Ну как, не очень, так быстренько пробежать. Возможно, мы так и сделаем. Но позже, сейчас видим. Свет выключим. Черевный вроде погнут, это сделала она. Это что значит? Что, битва будет? Битва титанов? Ну как бы не... Такое не надо. Нам может сохраниться сбегануть? Давайте сбеганем, сохранимся. Сбеганем, сохранимся. А это пролезть вниз. Фу, блин, напугал чувак. Как-то шумно. Мне не нравятся эти звуки. Так, тут дебил. Тут генератор работает. Мне казалось, его нужно было включить, но я не включала. Я отсюда недавно добралась, в этой серии только. Возможно, он недовключен или что-то недоделан, и нам еще нужно сюда вернуться когда-то. И выйти через на второй этаж ворота или что-то. Но мы сейчас сохранимся, как бы, и пойдем туда.
туда. Через сколько ячеек? 4. Ладно. Все, идем наверх, идем. А тут бежим, да? А тут можно еще. Я смогу попасть далее, да? Мы бежим туда. Ого, спустились что-то. Хотят, а как там припнуться? Вот же. Никого. Мы сохранились, и мы выходим уже в самые-самые дебри вообще. Непонятности. Какие-то страшные, но мы сохранились. Все. Я себя успокаиваю. О, еще сохранялочка. Тоже знал. Но мы давайте сохранимся повыше. Здесь как-то опасно. Опасно. И посмотрим, что здесь. Непонятно. Слишком громко. Потише. Сейчас оглохну. Как мне оглохнуть страшно. Здесь что, бежим, да? А, нам нужно что-то, друг. Нам что-то вдруг нужно. А что здесь? А, вниз парковка. Наконец-то тюремный коридор. Думаю, отсюда можно добраться до подземной парковки. Да, можно. Осторожно. Мне нужно просто обследовать, нет ли здесь чего полезного. Ничего полезного нет, какая-то дыра. Можно засунуть дорогу, как в сабнихиловских дырах, в стенах. Везде стены, дыры. Давайте включим свет. Пойдем вниз, мы сохранимся прямо рядом. А тут, наверное, сейчас будет месиво. Все, пипец, да? Так, должно быть, это ворота безопасности, которые говорят, где соль. И что? Это кто говорит, я? Может, вот эту еще, например, немножечко какую-то. Не знаю. Сейчас будет месиво. Все, капец. Я узнаю этот звук от шагов где угодно. Сейчас будет месиво, все мы поняли. Что-то право-влево. Сейчас с этими стрелками. Право-влево, лево-вправо. Может, я серию продолжить? Ладно, давайте поборемся. Пару раз умрем, не умрем. И что там? Какая-то ракашка тут, смотрите. Ракашка, ладно. Ну, погнали. Я тот еще борец. Давай же соль, или нет, в смысле соль, кого и соль? А, это та тетенька, которая, она должна открыть дверь или что? Кажется, нам никто не поможет. Подожди, сейчас она нажмет красную кнопку. Мы выберемся? А, есть! Мы бежим или что? Думала, ты сможешь просто так уйти. Вряд ли. Убери от меня свои руки! Отлично, что мне не пришлось этого делать всего. Ее нет, уверена, что это не последняя наша встреча. Поломался. То есть биться нам и не пришлось, и мы выбрались, и здесь, по-моему, уже заперто что-то. Зато есть у нас газовый баллон. Есть что купить. Давайте посмотрим. Противоядие, но у нас некуда чего класть. И у нас все бесплатное есть. Вот хорошо. Посмотрим, что здесь есть. Мы выбрались, мы молодцы. Нам нужно где-то сохраниться. Может быть, в машине. Может, нам дадут тачку. Кто-то в машине сидит. И рука лежит. Так. Как-то за тачкой ничего не видно. О, записка. Записка, прочитаем. Вырванную страницу. Так, значит, ноутбук. 5. О, по порядочку пошло. Я пропустил всего, значит, немного. Старые ноты. Гельсюха. Я пришел в кабинет госпожи, но раньше назначенного времени. Она спросила, играл ли я когда-либо раньше, и я ответил, что это мой первый урок с начальной школы. Открыв футляр, мы обнаружили старые ноты, спрятанные под бархатным отделением, в котором хранились детали блокфлейты. Учительница просмотрела их и сказала, что первые несколько страниц идеальны для новичков, а остальные части выглядят более продвинутыми. Так как я все равно застрял здесь, то решил дать музыке шанс. В своих самых смелых мечтах я представить не мог, какие новые возможности откроются для меня. Никогда не знаешь, что к чему приводит, поэтому
делать нужно вот все, что имеется на данный момент под рукой, в руке, дома, в той комнате, в твоем распоряжении, в твоем окружении. Нужно все использовать в максимальном, конечно, по интересам, либо по притяжениям каким-то. О, мы попали на рынок, зубер. Но это уже будет следующая серия, мы где-нибудь сохранимся и на рынке будем шастать уже в другой раз. Возможно, здесь зомби какие-то, возможно, здесь еще что-то. Вот, но нам уже... Ой, блин, перетовалась. Мина, ты в порядке? Я видела, что произошло. Едва ли, у меня чуть сердце не выскочило. Хорошо, что ты была к этому готова. У меня уже такой голос. Это моя учительница. Какого черта мисс Сон пытается убить меня? Мина, это не твоя учительница. Это порабощенная плоть, созданная и управляемая тенью. Я ведь уже говорила тебе о злобной сестре. Висюсюст. Эта злобная сестра приказала этому существу напасть на меня в школе. Кажется, это чем-то обозлило ее. Тень не слишком территориальна, и это длинная история. Но у злобной сестры свои незаконченные дела с семьей Сон. Ладно, пропустим это. Как, черт возьми, я должна найти твоего аптекаря? На рынке полно магазинов. У него здесь своя аптека Токкоби. Он единственный, кто знает, как сделать то, что мне нужно. Аптека Токкоби? Принято. Держись и следуй цели. Спасибо, дайте сохраниться, и я последую. Спасибо. Она не читает мои мысли. Слышу звуки строительства. Стоп, здесь работают люди, но что-то явно не так. Они зомби, они не люди. Мы сохраняемся. В следующей игре мы продолжим. Мы давайте на первой теперь будем сохраняться. Если я не перепутаю, будем на рыночке. Вот, все, рынок, отлично. И вот. Такие дела. На этом закончим. Смотрите в описании прохождения другие ссылки, плейлисты, кавер-версии песен, все что угодно есть. Есть смешные игры, есть игры одноразовые, есть игры демо разные абсолютно. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, пусть они тоже подписываются, ставят пальчики наверх, комментируйте. Все будет замечательно. Все, всем пока-пока.